Меня по-прежнему зовут Анна, и поскольку я путешествую, меняю место жительства, пространство, я решила записать вам этот влог и поделиться, что находится в моей арт-мастерской, что я вожу с собой, поделиться атмосферой, в которой живу и творю. Добро пожаловать! Начну обзор со своего скромного йога-уголка. Собственно, коврик, ремень. Я как веду занятия, так и занимаюсь самостоятельно, поэтому сейчас путешествия — это такие необходимые элементы и друзья. А теперь заглянем, давайте, в святая святых, то, что хранится у меня в шкафу. Это такая первая полочка у меня. Она рабочая. Здесь у меня благовония, вот любимая Рамакришна благовония из Индии. Какие-то элементы типа клей-момент, ножницы, линейка, скотч — это все для упаковки картин. Вы спросите, зачем мне столько губочек, Аня, что ты делаешь со своей посудой? Но нет, это губочки для мастер-классов и столько баночек, собственно, тоже для мастер-классов. И фломастеры для потенциальных мастер-классов. Здесь у меня образцы лент, подготовка картины к отправке, свечи, полароид, ленточки для карт и для подвесов моих принтов на ткани, которые мы сейчас давайте посмотрим. Принты хранятся у меня на полочке чуть ниже. Сейчас есть 30 картин. Они вот такие вот яркие, запакованные на любой вкус, на любой выбор, про любую энергетику. С этой стороны у меня открытки такого размера. Тут целая коллекция скорпиончиков для любителей этого знака. И, собственно, такая мини-коллекция, размер где-то 10 на 15 он идет. Так, дальше это мешочки для карт, для колод, паспорта картин. С оригиналом картины я всегда прилагаю такой паспорт. Инструкции к колодам, мое портфолио. Давайте полистаем. Это портфолио создавалось на Сахалине в 2022 году. Сначала вот идет некоторая информация обо мне, да, биография, об авторе. И затем сами картины. В основном это картины, которые были в наличии, но уже за годик-полтора уже что-то изменилось, поэтому нужно уточнять и спрашивать. Собственно, такое вот очень хорошо иллюстрированное, хорошая печать, хорошее качество. Осталось, наверное, 3 экземпляра у меня. Здесь у меня, собственно, палочки ручной работы лежат для картин. Одна обожжена, да, здесь вот такая борозда, это я ее делала. Столярные мои работы дебютные. Это для картин. И здесь у меня папка, где находятся открытки побольше. Открытки побольше, они вот так вот уже выглядят. Видите, разное качество, разная печать. Тут и тактильно, даже если трогать, то тоже все по-разному. Поэтому делается несколько вариантов, чтобы был вариант точно, который приглянется человеку. Коллекция открыток довольно большая, так что если вы что-то себе присмотрите или захотите приобрести, я вам отдельно вышлю, что можно выбрать. А в этом ларчике хранятся, собственно, колоды карт. И тут вот есть партия визиток и колоды карт. Сколько-то здесь осталось. Вот колода мудрости, колода света здесь стоит, и одна колода осталась, послание, ответы внутри себя. Что ж, пойдем ниже по полочкам. Здесь у меня такая небольшая техническая зона. Здесь картины, которые должны превратиться в какие-то новые картины, да, какие-то созданы на мастер-классах. Можно их переделать и придумать какой-то сюжет, но пока это у меня все в процессе. А здесь у меня крафтовый пакет для отправки картин. Вот такая штучка тоже для безопасной транспортировки работ. Пупырка, почтовые конверты, потому что они мне иногда на почтах заканчиваются. Собственно, вот такая зона. Это такая квартира-студия, она довольно небольшая, поэтому обзор, возможно, будет довольно экспрессным. Подходим к моему рабочему месту. На фоне виднеется бахчисарайский ковер, и это про то, что когда много путешествуешь, а затем зимний период времени находишься дома довольно продолжительный срок, так сказать, очень мне важно создавать уютные какие-то детали в интерьере, и ковер — это прям по сердцу, по душе.
Что ж, мой стол. Начну с красок. С собой я взяла масляные краски, акриловые краски. Масляные краски, как вы видите, у меня очень разных фирм. И в целом это мой весь набор, чтобы создавать живописные картины. Акриловых красок у меня побольше, но вот я выложила сейчас столько, сколько у меня было. В целом это одна фирма, это фирма Ладога, производится она в Петербурге. Картина, лежащая перевернутая, это начатая работа. Буду завершать, покажу, пока она прям в самом-самом только начале. Здесь у меня такая зона, где тоже работы надо делать, лежат. Вот, знаете, симпатичное тоже изображение, и хочу из этого что-то сделать, либо надпись написать, и будет такая воздушная абстракция с мотивирующей надписью, либо элемент какой-то нарисовать. Вот не знаю, какие у вас могут быть идеи, напишите. Материалы у меня стоят прям в кружке, а что поделать, как же быть. И у меня три линейки не потому, что я чертежник, график или что-то, а потому что мастер-классы, все мастер-классы. Здесь у меня прям стопка, знаете, всякой бумаги, макулатуры и блокнотов. Я очень люблю различные записи. Такой блокнот, листики. Вот вы у меня уже наблюдаете эти листики на столе. Список моих дел. А здесь у меня лежит мандала. Это эскиз для будущего мастер-класса. Он, конечно, будет видоизменен, но, тем не менее, я вот сейчас это демонстрирую, что скоро выйдет к декабрю мастер-класс по рисованию. Алтарная зона находится у меня на подоконнике, поэтому давайте посмотрим, что же тут у меня есть. Здесь у меня такой дружочек. Я его забрала из музея в Листвянке, и теперь он житель моей студии. Это мое кольцо, которое я первый раз делала на заказ из прекрасного дизайнера. Камень подобрала на Ольхоне, авторский дизайн самого кольца сделал ювелир, и получилось вот такое вот что-то. Кольцо некого принятия, кольцо мистики. В этот раз я решила взять чашу. Вчера вот была первая у меня йога в Ангарске, и она мне очень пригодилась на шавасане. Ганешек. Передайте приветы Ганешку. И коллекция эфирных масел, поскольку это тоже про состояние, и мне в путешествии важно быть в ресурсе и возвращать себя к себе, и эфирки, масла, арома меня это очень помогает. У меня здесь свечи, тоже полосанта, и мы добрались до колод метафорических карт. Решила отдельно их продемонстрировать. Мои три колоды, колода света, но сейчас она со мной не путешествует. Колода мудрости, у меня их несколько колод с собой, да, они разного размера. Колода ответы внутри тебя. И колода, которая мне в этом году попалась как подарок, не знаю, как она называется, наверное, подсказки подсознания. Тоже вам сейчас ее продемонстрирую. И колода ангелов-архангелов, она одна из моих первых колод. Давайте с нее и начнем. Выглядят они вот таким вот размером, довольно удобные для ладони, для тасования. И, допустим, давайте нам вытащим послание. Вы в безопасности. Я защищаю вас от негативной энергии, охраняю ваших любимых и ваш дом. Чудеснейшая колода, очень добрая, трепетная, бережная. Мне она очень-очень даже по душе. Карта — это тоже для меня про состояние, для какие-то подсказки, когда в путешествии много бывает неизвестных моментов, можно пообщаться с картами, они прекрасный собеседник. Значит, колода света. Есть тоже такие добрые ангельские послания. Наблюдая, от чего у тебя внутри пробуждается тепло, там сила, расширение через преобразование. Духовно, да, такие немножко напутствия. Колода мудрости, каких-то таких умных мудростей, словесных изречений. Не всегда оно с первого раза интерпретируется, тем не менее. Это очень долгое дело, менять принципы, никогда не знаешь, изменились ли они уже, пока не почувствуешь, что что-то устоявшееся и правильное перестало быть таковым. И здесь, получается, с этой стороны рубашка колод — это, собственно, сами картины, а с обратной стороны послание. Здесь это впереди послание, а рубашка у всех одна. А у этой колоды она такая более понятная, образы земные, она интерпретируется тоже через ассоциации, через метафоры. Прекрасная колода для каких-то житейских моментов. И в этом году мы с девочками создали колоду «Ответы внутри тебя». Это мои абстрактные картины, где мы в коллаборации с Таней и Надеждой создавали эту колоду. Таня писала подписи к ним.
Потом мы их редактировали, затем мы создали этот проект. Такой вот колоды, очень приятный тоже на ощупь. Такие скругленные у нее краешки. И не очень стандартные, возможно, картины для меня, да, потому что это акварель и абстракция акрилом, поэтому это тоже я на самом деле. Пусть будет вот это послание, давайте. О, какое большое! Ну, делайте принтскрин. На этом обзор моей студии закончился. Надеюсь, вам было приятно побывать у меня в гостях. Если остались какие-то вопросы, либо что-то осталось интересным, или хочется поделиться каким-то комментарием, пожалуйста, напишите под этим видео. Ссылки на свои соцсети я тоже оставлю в описании. И буду рада вашему сердечку и подписке. От всего сердца благодарю за просмотр. До встречи!